Александров. Паломническая поездка в город Петушки. 26 июня. Воскресенье. В день всех святых в земле российской просиявших паломническая служба Александровской епархии приглашает в паломническую поездку в город Петушки, где предлагает посетить дом-музей святителя Афанасия Ковровского. Святитель Афанасий составил службу, и по его эскизу была написана икона «Всем святым в земле российской просиявшим». Паломники побывают в доме-музее, где в наши дни жил святой. Здесь состоится экскурсия. Помолятся на божественной литургии в храме Успения Пресвятой Богородицы, где служил святитель Афанасий, и посетят храм, освященный в его честь. Начало богослужения в 8:30.